Скандал разгорается вокруг городского пляжа в Уральске. Местные жители могут лишиться одного из главных мест отдыха. Дело в том, что разработчики карьеров требуют отдать им эту территорию для добычи песчано-гравийной смеси. Чиновники считают, что не имеют права отказывать предпринимателям. В ситуации разбиралась Татьяна Рудометова. Городской пляж в районе Ремзавода – одно из любимых мест отдыха горожан. Здесь есть лес, куда люди ходят собирать грибы, а в летнюю жару купаются в реке Урал. Но скоро у них такой возможности не будет. Бизнесмены развернули нешуточную борьбу за этот участок. Он нужен для добычи песчано-гравийной смеси. Но для горожан это один из последних бесплатных пляжей в городе. Кроме того, люди хотят сохранить живописный уголок природы. А карьер уничтожит лес и речку, а вместе с ними растительный и животный мир, уверены экологи. Они на водоохранной полосе собираются проводить вот эти карьерные работы. Поэтому тут законодательство запрещает проводить именно вот недропользование. Это требование закона. Общественники тоже удивляются, почему недропользователи выбрали именно это место. Разработчиков оттуда надо, конечно, переместить в другие места. Вот. Постараться это сделать не без ущерба для бизнеса, но это уже вопрос отдельно акимата. Для людей, что нужно будет для граждан, там надо организовать рекреационную зону. Местные чиновники говорят, отказать бизнесменам они не могут. Это место под добычу песка задумывалось еще несколько десятков лет назад. Но при этом власти понимают, что карьер нанесет ущерб природе и лишит горожан места для отдыха. Поэтому пока добро на разработку не дают. Мы должны принять решение в пользу недропользователя. Поэтому я говорю, что есть общественное мнение, есть именно влияние общественного мнения на некоторые решения, которые должны бы быть по закону, но, что удивительно, они не соответствуют в принципе интересам граждан. Поэтому давайте тогда оставим это на суд тех органов, которые уполномочены этот вопрос решать. Кстати, дело уже дошло до суда. Бизнесмены подали иск на акимат. Поэтому судьбу пляжа будет решать Фемида. Татьяна Рудометова, Алтынбек Кабделов, Астана Таймс из Уральска.